вы на канале CryptoBull. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, EO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Jumble Cash. Итак, что такое Jumble Cash? Обеспечение конфиденциальности пользователей для транзакций в сети Binance Smart Chain, BNB. С Jumble поведение наших транзакций не изменится, но наша конфиденциальность повысится. Компания эффективно разрывает внутрицепочную связь между источниками транзакций и адресами назначения, используя архитектуру и алгоритмы, ориентированные на конфиденциальность, обеспечивая безопасность и анонимность наших данных. Уже сейчас можно перейти на PancakeSwap и приобрести данный токен. Как мы видим, на текущий момент один токен Jumble составляет, давайте посмотрим на лучший каком-то стейблкоин, например, DAI, составляет 0.00614 и так далее. DAI. Итак, также Jumble Cash — это криптовалютный кошелек, браузерный, встроенный с конфиденциальностью. Знакомый всем пользовательский интерфейс с полной конфиденциальностью. Jumble скрывает наши финансовые данные, смешивая переводы со средствами в пулах Jumble, обеспечивая анонимность всех последующих переводов. Каждый раз, когда мы снимаем деньги, Jumble гарантирует, что мы используем новый адрес. В криптовалютном кошельке можно держать свои богатства в тайне, скрывать источник своих активов, скрывать свою торговую деятельность. Транзакции с кошельками используется возможность Jumble Pools. Jumble Pools использует полностью децентрализованный и автономный протокол для частных транзакций для сети Binance Smart Chain BNB BIP20. Он обеспечивает конфиденциальность транзакций Binance Smart Chain, используя алгоритмы, ориентированные на конфиденциальности для эффективного разрыва связи в цепочку между источниками транзакций и адресом назначения. Пользователи взаимодействуют со своим кошельком точно так же, как с помощью MetaMask. Jumble творит чудеса в фоновом режиме, чтобы улучшить и защитить нашу конфиденциальность. Пользователи, не использующие Jumble, также могут использовать пулы напрямую через интернет, что еще больше повышает уровень конфиденциальности, которым пользуются все. На сайте мы можем видеть и наблюдать дорожную карту, где расписаны будущие планы до третьего квартала 2021 года включительно. Также можем найти часто задаваемые вопросы и получить на них ответы. На этом мы обзор закончим. Переходите на сайт, ознакомьтесь, подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока!